За единство с братской Россией гражданское объединение «Дозор» совместно с двумя казачьими организациями прошли с маршем по улицам Одессы. У памятника Богдана Хмельницкого они провели торжественный митинг, посвященный годовщине Переславской Рады. 359 лет назад гетман Богдан Хмельницкий предложил своему войску объединиться с одним из трех правителей – турецким султаном, крымским ханом или московским царем. Решение было принято в пользу России, которая поддержала запорожцев в войне с Польшей. Снова на Востоке зарождается большая сила, которая как центр притяжения притягивает к себе народы. Вот. Таможенный союз, Евразийский союз. Видно, что это будущее наше. Сейчас казаки вновь намерены возродить славянское единство. Атаманы зачитали обращение Богдана Хмельницкого к запорожцам и произнесли троекратное «Люба». Они выступают против националистической свободы, которая уже получила места в Верховной Раде и мешает ее работе. Патриотические организации собираются изгнать националистов из Одессы. Казачество, и мы патриоты своей юга Украины. И вообще всей Украины хотим того, чтобы эти свободы не прошли никуда. И мы 22 числа хотим поддержать те общественные организации, которые выйдут возле памятника Тараса Шевченко, чтобы они запретили знаки их неразличия, там, эту их свастику и другие знамена, которые они проповедуют здесь.